помешаю? Скажите, а вы действительно тот самый физик? Какой тот самый? Ну, который знаменитый Сундуков. Тот самый. Наталья Фатеева родилась в Харькове. С раннего детства интересовалась театром и музыкой. Поэтому выбор профессии был определен. Фатеева с первого раза с блестящими оценками поступила в театральный институт. Получала повышенную стипендию, подрабатывала на радио. Но из-за козни друзей была вынуждена бросить институт и отправиться в Москву. Нет худа без добра. Наталья Фатеева поступает в ВГИК с первого раза и попадает на курс Макарова и Герасимова. Со студенческой скамьи она выходит замуж за режиссера Владимира Басова. Тот начинает ее снимать в своих картинах, но брак быстро рушится, остается сын. Актриса разрывается между театром Ермоловой и кинематографом. Кино побеждает. В начале 60-х Фатеева снимается в нескольких проходных картинах, но она терпеливо ждет и дожидается своего звездного часа. В 1962 году режиссер Оганесян приглашает ее на роль Зои в картине «3+2». Как говорят, на следующий день после выхода картины Наталья Фатеева проснулась знаменитой. Черненькую из «3+2» моментально записали в секс-символы. Вернее, в «Красавице», страна не знала таких слов. Женщины стриглись под Фатееву, а мужчины моментально влюблялись. Фатеева выходит замуж за космонавта Бориса Егорова. Брак с Егоровым тоже не сложился, осталась дочь Наташа. В 70-е годы творческая биография актрисы пополнилась новыми ролями. Женщина, не смей прикасаться к моему мужу. Однако ни одна из них не принесла ей достаточного удовлетворения. Из наиболее запомнившихся ролей того периода можно назвать Людмила в «Джентльменах удачи», Павлина в «Летних снах», Завуч в «Розыгрыше» и Ирина Соболевская «Вместо встречи изменить нельзя». Но актриса не была довольна этими ролями. Во многих интервью она сетовала, что ее красота всегда мешала ее карьере, и ей всегда приходилось доказывать, что у нее есть еще и актерские данные. А политичность актрисы, по ее словам, сыграла с ней злую шутку. Она получала мало ролей, была невыездной. А перестройка принесла ей еще и безработицу. Фатеева не соглашалась на проходные роли. Сейчас жизнь актрисы довольно печальна. Она практически не общается с детьми и внуками, окружила себя кошками и почти не дает интервью. Друзья, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. Впереди еще очень много интересного.